Всем привет! Сегодня в выпуске. Автоматическая коробка передач для грузовиков Газон Next. В ближайшее время на заводе Нижегородские моторы, который входит в группу ГАЗ, начнется производство новой шестиступенчатой автоматической трансмиссии. Это классический автомат с гидротрансформатором, рассчитан на передачу крутящего момента до 800 ньютон-метров. По словам источников на ГАЗе, почти все детали нового КПП будут отечественными. Например, прецизионную гидравлику делает Ярославский завод топливной аппаратуры. Картер станут отливать и обрабатывать на самом ГАЗе. А вот производителя гидротрансформатора наши собеседники пока не называют, ограничиваясь лишь намеками на некое военное предприятие. До настоящего времени военные машины, выпускаемые под маркой ГАЗ, эпизодически комплектовались автоматической трансмиссией американской фирмы Allison. После известных событий военные потребовали 100% импортозамещения по ключевым узлам. ГАЗу же для сохранения военных контрактов необходимо было создать свою автоматическую коробку передач. Совокупная потребность в новых автоматах только со стороны ГАЗа и русских машин оценивается в 15-20 тысяч штук в год, что является рентабельным объемом. Но кроме ГАЗа, потребителями нового автомата могут стать несколько других заводов, выпускающих среднетоннажные машины и городские автобусы. Например, МАЗ, КАМАЗ или даже Исузу, локализовавшие свое производство в Ульяновске. Шестиступенчатая КПП рассчитана на передачу 800 ньютон-метров крутящего момента. Коробку установят на дизельный и метановый Газон Next с двигателями EMAZ-534. По заявлению производителя, автомат не ударит по карману потребителя техники. Ну что же, поживем увидим. Механику для среднетоннажников также ожидает обновление. Для Газона Next полной массой 10 тонн приготовили новую шестиступенчатую механическую коробку передач с крутящим моментом 600 ньютон-метров в комплекте с двигателем EMAZ-534. Для этого его перепрошили под 170 лошадиных сил. Десятитонник должен поступить в продажу в 2018 году. Что касается газона с КПП, точные сроки пока не озвучены. Мы продолжаем следить за техническими новинками отечественных и зарубежных производителей. Самые интересные и необычные машины непременно попадут в наш обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!